Всем привет! Сегодня готовлю оладьи из говяжьей печени с картофелем и панировочными сухарями вместо муки. Они такие нежные и вкусные, что от них трудно оторваться. Даже если вы не любите печень, такие печеночные оладьи вам понравятся точно. Печень говяжью или куриную моем, обсушиваем, удаляем пленки и нарезаем на кусочки. Добавляем лук и измельчаем при помощи блендера или мясорубки. Получившуюся массу перекладываем в глубокую миску. Разбиваем 2 яйца. Картофель примерно 200 грамм натрем на мелкой терке и слегка его отжимаем. Добавляем половину чайной ложки соли. Панировочные сухари я готовлю сама. Подсушенный батон измельчаю при помощи блендера. Добавляем 2 столовые ложки с горкой в тесто панировочных сухарей. Добавляем 1 столовую ложку майонеза или сметаны. Черный перец по вкусу и перемешиваем. На сковороду наливаем немного растительного масла, нагреваем. Столовой ложкой формируем небольшие оладьи. Жарим на среднем огне. Переворачивать удобнее всего лопаткой. Вилками не удастся, так как оладьи нежные и легко ломаются. Подать такие оладьи можно со сметанным соусом. Добавляем к сметане измельченный чеснок. Немного подсаливаем. Перемешиваем. Соус готов. Из данного количества теста получается 20-25 оладушек. Получаются вкусные, нежные, просто тают во рту. Очень советую приготовить такие оладьи. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки. Пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!